Готов твой выхлоп, готова твоя машина. И сейчас в очередной раз ты уже послушал звук. Скажи свои впечатления. Бомба. То, что хотел, то и добился. Надо испытать на дороге. Мы все понимаем, что тюнинг выхлопа – это очень такая тонкая материя, потому что нельзя переборщить с громкостью, и вместе с тем хочется, чтобы ты выделялся в потоке, твоя машина выделялась в потоке. Ради этого мы и работаем, ради этого мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Как и получилось с тобой, с твоей ситуацией, ты здесь уже у нас… Не первый раз. Не первый раз и не второй, да? Четвертый уже получается. Да, да. И если все будет хорошо, то ты, собственно, будешь наслаждаться выхлопом. Если что, мы просто поставим спортивный резонатор и сделаем звук немножко приглушенным. Да, да. Я тебя поздравляю с новым выхлопом. Спасибо. Вот. Очень рада стараться.